Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Передо мной находится устройство Amazon Fire 7. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек приложения на данном устройстве. Для этого мы открываем настройки, после чего проходим в пункт приложения и уведомления. Проходим здесь вниз и нажимаем на Reset App Preferences. Это у нас сброс настроек. Нажимаем Reset Apps. И таким образом настройки приложений были сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.